Лучших поваров, фармацевтов, инженеров и техников чествовали в рамках закрытия 8-го регионального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Церемония награждения победителей в 40 номинациях прошла во Дворце творчества детей и молодежи. Атмосфера в зале царила праздничная, народу было много, поскольку присутствовали не только участники соревнований, но и гости мероприятия. Вот уже 8-й раз на Ульяновской земле проходит региональный чемпионат. В этом году мы пригласили гостей из других регионов. У нас участвовали Республика Мариэл, Свердловская область, Московская область. Региональный этап чемпионата проходил с 25 ноября по 1 декабря, участниками которого стали более 300 человек, а партнерами более 40 предприятий. Состязания были организованы на нескольких областных площадках по 26 компетенциям. Среди них веб-дизайн, разработка, дошкольное воспитание, инженерный дизайн, кондитерское дело, лабораторный медицинский анализ, сварочные технологии, спортфитнес и другие. Как подтвердили участники чемпионата, уровень заданий по каждой рабочей профессии был максимально сложный, поэтому ребята прилагали все свои усилия, чтобы стать лучшими. Конкурс был реально очень сложный, то есть и подготовка у нас к нему была тоже, естественно, сложная. Но перед конкурсом и перед самой подготовкой волнения, естественно, присутствовали. Когда я увидел задание, первое мое впечатление было, что, как это сделать? Но все вышло очень хорошо, достаточно. Потом получилось так, что эксперты, когда судили меня, то есть сказали, что у тебя очень хорошая деталька. Мне было очень приятно, когда меня похвалили. Кроме того, впервые в Ульяновской области в рамках регионального чемпионата прошли состязания по направлению «Навыки мудрых» среди лиц 50 лет и старше, а также соревнования среди юниоров. Как отметили организаторы, победители в 26 компетенциях, а это более 30 человек, войдут в региональную сборную. Областная команда молодых профессионалов примет участие в отборочных соревнованиях финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.